Здравствуйте! Это программа «Красота требуется» и я, Елена Кузовкина. Наши героини – простые женщины со своими проблемами и комплексами, но зачастую все эти комплексы окружающим даже незаметны. Они прячутся в женской голове. Юлия Зотова – молодая мама, ей 29 лет. Природа наградила ее миниатюрным телосложением. Юлия призналась, что одежду для себя вынуждена покупать в детских магазинах. При этом героиня считает, что ее фигура несовершенна и требует коррекции. Наша задача – избавить Юлю от придуманных комплексов, подсказать ей, как можно сохранить красоту и молодость на долгие годы. Я думаю, что у меня возраст еще не самый критичный, чтобы мне ходить по салону, потому что я не знаю. Возможно, то ли будет хорошо, то ли будет плохо. Я пока просто с опаской к этому отношусь. До знакомства с нами Юля думала, что тренажерные залы и фитнес предназначены исключительно для тучных людей. Убеждение нашей героини окончательно развеял профессиональный ЕМС-тренер. Сейчас проведем анализ состава тела, биомпедансметрию. Узнаем, сколько у вас состав жира, мышечной ткани. Как выяснилось, биологический возраст Юли 14 лет, и она в хорошей физической форме. Но мышечный корсет необходимо укрепить, и поможет нам в этом электромиостимуляция. Через специальные электроды будет проходить импульс, стимулирующий работу всех мышц. По словам тренера, у ЕМС тренировок практически нет противопоказаний. Нет нагрузки на суставы, связки, сухожилия. То есть мы тренируем только именно мышечное волокно. 25 минут такой тренировки – это примерно 2 часа занятий в тренажерном зале. Нашей героине с виду несложные упражнения даются нелегко. Практически сразу Юля покрылась капельками пота. Это при том, что тренер постоянно корректировал силу электроимпульса. Спустя 20 минут наступила самая приятная часть занятий – лимфодренажный массаж. Предлагаем нашей героине полученный результат, что называется, усилить. Продолжим заниматься, по мнению Юлии, небезупречным телом уже в центре эстетической медицины. Вижу небольшой животик, совсем такие не страшно. Сосудики видно, что можно капиллярную сеть поддержать. Приступаем к процедуре, которая называется виски-пеленание. Алкоголя не будет, а вот эйфорию Юлии пообещали. На проблемные участки тела специалист по коррекции фигуры наносит крема, аккуратно втирает их, после тонкий слой апельсинового масла. Простым бандажным бинтом оборачиваем нашу героиню с ног до головы. Получилась веселая мумия. И это еще не все. Героиню накрывают пленкой и теплым одеялом. Так Юля должна пролежать 40 минут. Это очень полезно для нервной системы и для всего организма, потому что там происходит очень хороший детокс. У нас выводится лишняя жидкость, вместе с ним лишние все токсины. Из свободных участков тела у нас осталось только лицо. Но и для него мы подобрали специальную процедуру, соответствующую возрасту. Наша героиня пользуется недорогими кремами и считает, что этого вполне достаточно. Однако уже сейчас на молодом лице довольно четко видна носогубная складка, а коже требуется увлажнение. Процедура длится минут 40, то есть она безболезненная. Эффект у нас сохраняется, но лучше делать курсом, то есть 10-15 процедур раз в полгода. Очищаем, тонизируем и делаем массаж. Наносим питательную маску. Примерно через 10 минут полезный для кожи состав должен застыть и превратиться в пластилиновую массу. Нашей героине специалисты посоветовали хотя бы один раз в полгода баловать себя и свое тело подобными процедурами и не забывать о том, что кожа постоянно требует профессионального ухода. Почему я столько времени сидела и почему я не уделяла времени себе, своей красоте, своему здоровью? Я благодарна вашей программе, что вы мне это помогли сделать. Что ж, подведем итог. Наша героиня поняла, что мало родиться красивой. Красоту необходимо поддерживать. При этом не стоит ждать, когда стукнет определенное количество лет. Момент может быть упущен. Любите себя и занимайтесь собой. Это была программа «Красота требуется». И я, Елена Кузовкина. До встречи. Благодарим за участие в съемках программы студию индивидуальных ЕМС-тренировок MyBodyTech. Эффективность занятий с использованием электромышечной стимуляции уже оценили профессиональные спортсмены и любители. ЭМС-тренажер воздействует на нервные окончания, вовлекая в одновременную работу сотни мышечных волокон. 25 минут занятий в MyBodyTech равносильны 3 часам изнурительных тренировок в спортивном зале.
Наилучших результатов вам поможет добиться профессиональный лицензированный EMS-тренер. MyBodyTech – это фитнес будущего для современных и деловых людей. Центр эстетической медицины «Нанти» – это полный комплекс уходовых процедур за кожей лица и телом. Приобрести фигуру своей мечты может каждая женщина. По весьма демократичным ценам в «Нанти» предложат современные аппаратные методики коррекции. Кавитация, прессотерапия, вакуумно-роликовый массаж и другие. Здесь же вы можете получить бесплатную консультацию косметолога, а при необходимости пройти омолаживающие профилактические процедуры. «Нанти» – результат нашей работы, комплимент от вашего мужчины.